продуктовый набор. Приносили вам? Нет, не получала. Пометочку ставь. Хорошо. Территориально где вы проживаете? Лопатина. Первая встреча клуба семей мобилизованных граждан прошла в одном из помещений кинотеатра «Искра». Директор МАОК ВДК Павел Русаков является депутатом Совета депутатов, а значит, имеет определенные рычаги и возможности в решении тех или иных проблем. Мы знаем, что есть проблемы. Проблема начисления заработной платы. Есть проблема пересылки гуманитарной помощи. Есть проблема пересылки именно помощи от жен. Эти вопросы все на сегодняшний момент также на контроле администрации. В Ленинском городском округе порядка 270 семей, где сыновей, отцов или мужей мобилизовали для участия в СВО. На этой встрече присутствовало лишь несколько человек, но основные направления работы были обозначены. Кроме того, организаторы клуба заручились поддержкой главы Ленинского округа Алексея Спасского. С Алексеем Петровичем мы тоже на эту тему поговорили. Главное не допустить снежного кома, то есть все структурированно строим и постепенно решаем, да, чтобы они не аккумулировались, а потом все упали разом, а чтобы это все потихонечку решалось. Нерешаемых вопросов я там не услышал ни одного. Все вопросы решаемы. Спектр различных вопросов действительно широк, но любую проблему можно решить. Главное – желание обратиться за помощью. Жены переживают достаточно сложно. Немногие хотят обращаться за помощью, многие боятся, считают, что они сами могут. Мы же все сильные, мы же все можем сами. А по факту они делают, но эмоционально выгорают. Планируется, что клуб семей мобилизованных граждан будет собираться еженедельно. И организаторы приглашают принять участие в его работе и тех, кому необходима помощь, и тех, кто готов ее оказать. Люди чувствуют, что есть поддержка. Это основной момент, чтобы они чувствовали эту руку, да, то, что они не брошены, не забыты. Понятно, что мужья их сейчас исполняют долг перед Родиной. Я, ну, скажем так, остался доволен и получил хорошее впечатление в первую очередь от того, что был диалог, да, конструктивный диалог, положительный. Их всех услышали, да, все их проблемы услышали. И где-то там и пошутили, и посмеялись, поэтому будем продолжать. Организаторы надеются, что в скором времени клуб станет некоммерческой общественной организацией, а значит, возможности его участников, в том числе юридические, значительно расширятся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.